Стиральные порошки «Лотос» созданы по ГОСТу и отличаются высокой моющей способностью. В составе средства активные гранулы, которые справляются с въевшимися загрязнениями. Новинка от «Ренессанс Косметик» представлена в двух вариантах. Универсальный порошок со смягчающими компонентами и автомат для цветных вещей. Яркая упаковка поднимет настроение, а цена позволит сэкономить семейный бюджет. Продукт в пакетиках, так сказать, по 2,4 килограмма, это будет на полке где-то в пределах 125 рублей. Глупо не выпускать этот порошок на территории Алтайского края, потому что основное сырье, которое применяется для этого стирального порошка, это сульфат, который производится на кучук-сульфате. В планах у «Ренессанс Косметик» выпуск порошков в меньшем объеме – 350 и 1000 граммов и разработка детского лотоса. А приобрести новинку можно уже сегодня в интернет-магазине компании. Здесь же вы можете найти сотни других товаров по 25 направлениям. Каждый продукт проходит полный цикл производства – от крышки и флакона до его содержимого. «Ренессанс Косметик» успешно существует на рынке уже 18 лет.